Я пришла в Фаберлик в 2015 году. В апреле нашему сотрудничеству будет уже 8 лет. Сейчас мое закрытое звание — рубиновый директор. Родилась и выросла я в Ульяновской области, в селе Тагай, где живет 1500 человек. По сей день тут и живу. Закончив школу в 2009 году, с трудом, честно говоря, но это мне не помешало сразу после школы в деревне построить с нуля, с помощью телефона, не выходя из дома, многомиллионный бизнес. Когда мне было 16 лет, мама с папой у меня развелись. Где-то примерно через 7-8 месяцев мама родила. Денег не было от слова совсем, и было 2 кредита. Мы решили так: мама идет работать, а я буду нянчиться. Профессиональное образование получить я не смогла, все упиралось в деньги, их не было. Работы в деревне тоже не было. А на той, на которой была, я трудиться не смогла по состоянию здоровья. Поэтому так и получилось, что никогда я в найме не работала. Нам было очень тяжело. Мы экономили как могли, не жили, а выживали. И я задумалась найти удаленку, чтобы помогать маме. Ну, что-то вроде диспетчера с компьютера из дома, но ничего не нашла, везде нужен был опыт. И в 2010 году на сайте «Одноклассники» от девушки мне пришло предложение о сотрудничестве с сетевой компанией. Я согласилась. Сотрудничала я с ними 3 года, но бизнес компании не сложился. Но я при этом понимала, что в сетевом бизнесе деньги есть. Я просто решила сменить компанию. Выбрала я компанию «Фаберлик», и я не ошиблась. Благодаря компании «Фаберлик» жизнь моя изменилась к лучшему. Купила квартиру без кредита и ипотек, сделала ремонт и приобрела мебель на 1,5 миллиона рублей. Купили с мужем машину, и не одну. Сделала ремонт маме и помогаю ей финансово. И, конечно же, ездим по несколько раз в год отдыхать на море на машине. Получила 2 путевки от компании «Фаберлик». Мои премии в «Фаберлик» составили 500 000 рублей. Я стала жить и позволять себе и своей семье все, что хочу, благодаря «Фаберлик». В работе самый главный и эффективный инструмент у меня – это социальные сети. Я работаю во всех социальных сетях, но начинала я с «Одноклассников». У меня было 100 страничек, я с них приглашала дружить и рассказывала, что есть возможность работать удаленно с телефона с компанией «Фаберлик». Да, сейчас, конечно же, помогают роботы автоматизации. Есть, которые проводят собеседования, есть, которые обучают и сопровождают, есть, которые делают рассылки по структуре. То есть сейчас в работе помогают уже роботы. Но когда я начинала, то работала только руками, и так я выросла до золотого директора с телефона вот этими руками. Мы работаем в Telegram, там наш офис, у нас есть директорские чаты, есть чаты для новичков, есть веточные чаты. То есть мы строим веточки друг под друга, и новичков я довожу практически до директора. Строим мы с ними веточки вместе, и за счет этого человек быстро вырастает до директора и выходит на доход. Работаем мы вместе. Я помогаю созвониться им с их новичками, общаюсь с их новичками, мотивирую их. Люди так быстрее и качественнее включаются в работу. Сейчас, конечно, я начала еще изучать контекстную и таргетированную рекламу. Все это в совокупности дает классный результат. В моей команде сейчас на данный момент более 13 тысяч человек. Это и покупатели, и бизнес-партнеры, и тот, кто пришел, но еще не понял зачем. В глубине более 30 директоров. Из них есть серебряные директора, рубиновые и 2 открытых бриллианта. Самое главное – это делать ежедневно, не прекращая. Какая бы ситуация ни была, это нужно сделать. Естественно, это даст хороший результат. В команде мы еще проводим денежные розыгрыши. Кто приходит в нашу команду на покупки, у нас есть 6 призовых мест. Все мои лидеры и директора, которые есть у меня вообще в команде, они пришли все с интернета. Нет ни одного человека, который бы пришел с рекламы или на личный бренд. Нету таких лидеров. Есть лидеры, которые пришли с ручного рекрутинга. Я планирую создать свой онлайн-клуб, где я буду обучать людей, которые не умеют работать онлайн. Я передам свой опыт вплоть до создания системы сопровождения и обучения для партнеров. Желаю каждому лидеру не сдаваться, идти вперед, как бы трудно и тяжело иногда не было. Идите, будьте настырными, и у вас все получится. Смогла я, сможете и вы, и каждый из вас. Каждый из вас сможет добиться успеха, если будет делать ежедневно и системно одинаковые действия. То есть приглашать друзья, дружить и делать предложения.